что ж, еще сударь, говорят. Играем. Видит знамена Нильфгаарда. Эта прекрасная дама обязательно принесет вам счастье. Прошу, не отпускайте ее. Знаешь, тут трудно с работой. Вечный огонь пылает и все такое. Думаю, что сихуре у них есть что-то такое. Это же против рыцарей! Охраповая стража знает, что там творится. Стража прекрасно все знает. И по доступной цене говоришь? Выгоню его, клянусь здоровьем. Снова он у этой девки ничего. Знаю, голос звучит нескромно. Но нет, лучше гонщик псов, чем наши. Выглядят они. И что? Что дальше? Они великолепно выдрессированы. Даже тяпнуть без моего позволения не смеют. Чем вы красите волосы? Сидеть. Отваром корня петрушки? Весьма опасно. Алхимик должен быть быстрого, как черная пантера. Да? Красивая маска. И что в этом особенного?
как грохнет. Чешись. И что? Что дальше? Время инвестировать. Я, разумеется, вовремя отскочил. Мне только опалило. Родовид ничем не лучше Эмбира. Может быть, и хуже. Удивительно. Снова он на обед опоздал. В хорошую погоду со стен можно увидеть знамена Нильгарда. Мамочки, мне чудище. Душно. Хо-хо! Душно. Какой забияка. Снова он на обед опоздал. Выгоню его, клянусь здоровьем. Снова он будет делать лучше. Мой муж руководитель. Знаешь, тут трудно сработать. Вечный огонь пылает, все такое. Хорошую погоду со стены. Говорят, он нажил себе врагов. И в конце концов... Ее такая маска. Я вас оставлю на минуту. Госпожа? Да, это я. Насчет форели. Что? Ах, да, конечно. Прошу простить мне эти меры предосторожности, но... Может, пойдем поговорим где-нибудь в укромном месте? Благодарю, что вы согласились нам помочь. Мой лакей предупредил, что вы придете с другом. Мне бы хотелось, чтобы о побеге Альберта знала как можно меньше людей. Но если вы ему доверяете... Как никому другому. Охотники не появлялись? С тех пор, как они напали на моего слугу на рынке, нет, все улеглось. Но мне удалось подкупить одного человека из храмовой стражи. И он сказал, что разговоров об Альберте все больше. Откуда стража вообще узнала, что ваш сын занимается алхимией? К сожалению, я не могу поручиться, что сам Альберт не начал похваляться очередным экспериментом. Он очень беззаботен. Совсем как его отец. Он был очень милый человек, но совершеннейший болван. Его сожрал Главоглаз. Вы не слышали эту историю? Он, должно быть, много путешествовал. Да где там? Он пробовал их разводить. Наверное, я радоваться должна, что Альберт увлекся алхимией. Она все же безопаснее. Пойдем за Альбертом. Где он сейчас? Развлекает гостей. На приемах он всегда душа компании, поэтому я не хотела, чтобы у кого-нибудь возникли подозрения. Когда он сможет выйти? Придется подождать, пока гости не выпьют столько, чтобы видеть только подносы с новыми кубками. Но не бойтесь, это не займет много времени. Ваш сын собрался? Нам придется действовать быстро. Да, я за всем проследила. Куда вы его заберете? Вам лучше не знать подробностей. Он будет в безопасности, обещаю вам. Но... Прошу вас, положитесь на меня. Я не в первый раз это делаю. Я знаю. И благодарю вас. Как мы его узнаем? Он в маске пантеры. Альберт знает, что вы за ним придете, и он в восторге от того, что ему предстоит. Боюсь, он не до конца понимает, какая опасность ему грозит. Как я уже сказала, он не слишком сообразителен. Относительно этого можете не беспокоиться. В компании некоторых чародеев он придется очень кстати. Геральт! Мы пойдем поищем его. Я буду ждать новостей. Пойдем искать Альберта. Выгоню его, клянусь здоровьем. Его совсем не видно в городе. Знаешь, тут трудно сработать. В конце концов обратился. Вечный огонь пылает и все такое. Должно быть, понадеялся, что тот даст ему еще один шанс. На прошлом балу у нее была маска индюшки. Представляешь? А ее мать говорит, что у нее... Еще один шанс. Красота.
Кладбища полны людей, которые думали, что старый Йоэль даст им еще один шанс. Сиди, вот тебе и раз. Геральт! Холера, как ты меня узнал? По маске. Идеальная маска, а? Можно ее снять, и никто не заметит разницы. Привет, Ройвен. Глядите, моя любимая компаньонка. Что это ты не спасаешь мир? У тебя сегодня выходной? Ну хорошо, пошутили, посмеялись. Но я вижу, что вы спешите. Да. Знаешь, Геральт, я не слишком люблю встречаться с тобой на приемах. У меня сразу начинает ломить кости. Как в непогоду. И тут выгоню его клюв. Да. Альберт Вигельбут? Нет. Я черная пантера. Милый граф. Нас твоя мать прислала, пантера. То есть вы. Да, когда мы можем покинуть имение? Мама говорила, что лучше подождать, пока все напьются. Кроме того, позже будут фейерверки, это отвлечет внимание. Когда начнутся фейерверки, я выберусь сам. Встретимся в лабиринте. Мы будем ждать тебя там. Хорошо, но сперва попробуйте этого розового феррана. Непременно. Надеюсь, Альберт не забудет, зачем они устроили прием. Может, подождем в саду? Я присмотрела там такой милый уголок. Мой муж – руководитель. Кто выигрывает? Пока никто. Тогда я позже подойду. Нетерпимость и суеверие всегда были свойственны глупцам. Ну и набрался же он. По-моему, они сами во всем виноваты. Никогда мне эти чародейки не нравились. Может, сядем здесь? Как приятно снять маску. Хотя бы на минуту. Отсюда отличный вид. И даже вино есть. Я страшно давно не выходила в свет. Нет, правда. Это замечательная перемена после новиградских сточных каналов. В таком случае самое время спросить. Да? Про этого чародея, которого мы встретили. А, ты про Морица. Что ты хочешь узнать? Вы знакомы? Геральт, все чародеи друг с другом знакомы. Некоторым уже больше 100 лет. А это достаточный срок, чтобы перезнакомиться. В таком случае, когда ты с ним познакомилась? Давным-давно, на одном приеме. Он подошел и сходу предложил телепортироваться в какое-нибудь уединенное место. По нему видно, что от него стоит ждать таких предложений. Да? Тогда он казался мне сладким. Он ухаживал за мной еще какое-то время. Мне показалось, ты ему не нравишься. Я думаю, он с удовольствием мной бы командовал. Но подчиняться... Но ведь именно ты устраиваешь побег чародеев из Новиграда. Иногда я и правда не знаю,
Как я умудрилась собрать их всех вместе? Все просто. У тебя есть харизма. Ты правда так думаешь? Ну да. Ты оглянуться не успеешь, как тебя будут называть «Железный Меригольд». Ты могла бы даже носить повязку на одном глазу. А я-то решила, что ты серьезно. Конечно, я серьезно. Смотри, я совершенно серьезен. Кто-то идет. Это Альберт. Нет, просто какой-то заблудившийся гость. Чш. Наверное, ищет подружку. А как в той эльфской сказке про лягушку и трясогузку. Инху-инху, бег-бро. Тихо-тихо, лягушонок. Тихо. Пойдем отсюда. Надеюсь, что гости не напьются так быстро, как я. Чем быстрее мы отсюда уберемся, тем лучше. О, нет. Я сперва осмотрю этот их знаменитый лабиринт. Говорят, у них там скульптуры. Совсем. Совсем. Совсем что? Совсем голые. Пойдем, Геральт. Крис, подожди. Геральт, ты идешь? Герой, ты идешь? Никто даже не заметил, что нас... Найдите себе другое место! Герой, ты идешь? Осторожно. Госпожа Меригольд, наконец-то! Мне жаль, что мы встречаемся в столь исключительно неблагоприятных обстоятельствах. Хорошо сказано. Но мы непременно это наверстаем. Потом я обязательно покажу вам свои алхимические формулы. Никто за тобой не следил? Кажется, нет. На всякий случай, поменяйтесь масками. Мы пойдем вперед. Геральт сразу за нами. В конюшне нас ждут оседланные кони. Хорошо, там и встретимся. Альберт, ты обещал показать свою лабораторию. Альберт, вот ты где, любимый. Вот ты где. Так вот, относительно закрытого показа. При других обстоятельствах я бы показал тебе все. Ой, прошу прощения, я... Альберт Вигельбут. Барышня, отойдите в сторону, пожалуйста. А вы, молодой барин, без фокусов. А то еще синяков себе наделаете. Это вряд ли. Слева его! Откуда ты здесь взялся? Thank you.
Понял! Давид ничем не лучше Эмбира. Душно. Душно. Я уже начала беспокоиться. У нас появились небольшие трудности. Охотники? Они идут сюда? Нет, у нас есть еще немного времени. Но, пожалуйста, отправь кого-нибудь в сад, нам надо прибраться. Я прослежу за этим. А вы поторопитесь. Все готово? Да. Я забрала твои мечи у стражника, а Ингрид передала мне деньги. Их здесь гораздо больше, чем я думала. Я рад, что помог тебе их раздобыть. Они ведь пригодятся? Теперь у меня действительно появился шанс вывести всех чародеев из города. Если ты захочешь попрощаться, то знаешь, где меня искать. Попрощаться? То, что случилось у фонтана. Прости, я вела себя несерьезно. Это все из-за вина. Оно было слишком крепкое. Ты не должна извиняться, ведь ничего не случилось. Да. Ничего не случилось. Госпожа Меригольд! Нам пора. Берегите себя. Thank you.
Но! Слава королю Родовиду! Пошла. Такие, как ты, только... Теперь помедленнее. Годи, плотва. Стойте! Погодите, не вы ли Геральт из Ривии? Смотря кто спрашивает. Третий отдел казначейства, филиал в Дориане. Перед вами его представитель, инспектор Хачибор Пятка. Мое почтение. Ну и в чем дело? В ваших незадекларированных доходах. Простите? До нас дошли слухи, что за несколько последних месяцев вы значительно обогатились. Что возбудило наши подозрения? Что ж, понятно. Охотно их развею. Профессия. Ведьмак, убийца, чудовищ. Так-так. Индивидуальный предприниматель, услуги по... дезинсекции, дератизации, демонстризации. Далее, вели ли вы когда-либо оптовую продажу необработанных коровьих шкур в окрестностях Белого сада? Это какая-то шутка? Ну, конечно же, нет. Хорошо. Далее, приобретали ли вы в текущем налоговом году раковины с целью продажи находившихся в них жемчужин? Даже если и так, что в этом плохого? Статья 86 Гражданского кодекса гласит: лицо, умышленно приобретающее товар ниже рыночной стоимости, пользуясь при этом незнанием продавца, подлежит денежному штрафу в размере 200% от полученного дохода. А теперь попрошу ответить, торговали вы этими жемчужинами или же нет? Нет, я никогда ничего такого не делал. Слово ведьмака. А теперь последний вопрос. Вы когда-либо присваивали себе чужое имущество? А что это значит? Это значит, проникали ли вы когда-нибудь в чужой дом и забирали ли оттуда что-то без разрешения? Да что вы, кодекс ведьмака запрещает. Я рад, что вы так уважаете правила вашего цеха. А теперь прошу минутку подождать. Ответы из графы Б сравниваем с таблицей 7, учтем коэффициент бездетности, льготу в 7,3% в связи с профессиональным риском. Все совпадает с точностью до кроны. В самом деле, вы исключительно честны. Не могу не согласиться. В наше время честность – большая редкость. За нее обязательно нужно вознаграждать. Прошу вас. И что же это? Это почетный диплом законопослушного налогоплательщика. Я бы повесил его в красивой рамке на самом видном месте. Мои поздравления.
А что для вас? Видел уже, что у меня тут все. Отчетов торжаной водки. Бумаги, пожалуйста, и бутылочку туши. А бумаги-то как раз и нету. Армия реквизировала на военные цели. Как там сказано? Чего желаешь? Если у меня нет этого сегодня, непременно будет завтра. Посмотрю, может, что-нибудь выберу. Я бы... Сюда! Грозный у тебя цехарус. Тебя ждет.
Приветствую еще. Будь здоров. Приветствую еще. Них.
Пошла. Где плотва? Горой не сходится, а человек с человеком всегда. Приятное место. Как идут дела? Путники тянутся на север, много среди них беженцев, а этим всего не хватает. Так что концы с концами свожу. Ну а с солдатами ты ладишь? С ними, когда поторгуешься, когда едва откупишься. А так на так все равно в плюс выходит. Я взгляну на... Будь здоров. Надеюсь... Давай, плотва! Все. Прошу, может, сыграем в гвинт? А не хочешь мне случаем чего-нибудь продать? Товар не волк, в лес не убежит. Карты тоже. Ну что, будем спорить или сыграем в гвинт, а? Мне кажется, не там ты ищешь свое призвание. О, откуда такие выводы? Потому что вместо того, чтобы расхваливать свои товары, ты все время болтаешь о гвинте. Да, так и есть. Может, сыграем? Я хотел бы посмотреть твои товары. Ах это! Ну ладно. Так что, партеечку? Да. Меня уговаривать не надо.
Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велена. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград.
прошу. А не хочешь мне... Товар? Карты тут. Ех. Ах это... Мне пора. Если будешь... И ведь тоже за порядочную работу не возьму. А все будет. Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велену. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Прошу. Карты. Ну что? Ах. Мне пора. Если будешь искать пар... Ребятишек, не будь, испугаешь еще. Шевелись, плотва. Что-нибудь случилось? Надо было нам его в земле похоронить. Так где? Ты знаешь, что говорится. Я тебя предупреждаю. Мешать надо сжигать, а могилы пережиток язычества. Баба моя и не поверит.
вашим услугам, Милздарь. Приветствую. У тебя есть что-нибудь интересное на продажу? Кое-что имеет. Thank you.
А!